Беги, малышка, беги! Я могу починить это, а может и не могу. Ух, ну и бардак. Превосходно! Просто восхитительный результат. Целостность обшивки 98,9%. Андроид инвалид в хиле был? Угу. Может, БР его? Да тут и так 3 хила. Окей. Надо будет, Слава скажет. Да, уже встал, видимо. Ноги играйте. Пашка и ноги. Не станьте. Потом диминишинг сработает.
защитит покров зимы! Что ты делаешь в горах? Волгонят! Даруй мне силу! Надели моих смертных союзников мощью грома! Тебя, даруй свое благословение! Я приверженца шипать буду. Мы в Хейме будем его бить или нет? Попробуем. В Хейме, конечно. Шипы? Нет. Сейчас все придут. Просто надо бы побыстрее еще в целка идти. Ну, я тебе ведь про это говорил, что, скорее всего, есть шанс того, что мы не сходим. Сколько осколков? Один выпал по итогу? Пока что. Пока да. Ну, три уже неплохо. Ну, все тут? Ну, что, будем бить, трешня? Деда ждем. В принципе, можно бить. Да трэш можно и без деда бить. Я шипнул. Полнор вниз. Полнор вниз спустись. Ну, пока что, походу. Пнуть там или еще что-то сделать. Спустись вниз, Бошина. Он хилит оттуда. А, нихуя. Ну так ему не надо оттуда хилить же. Вот почему не надо, блять. Я говорю. Ну это вот, блядь, это как вот нахуй? Ты здесь, полудурок? Шипнул. Нахуй ты его грипаешь? Пиздец, я вахуй. Идеально. Шипнул. Похую там дот накинули. Да, он его грипает. У кого горное дело есть, рольте. Иди копай. Бать, ты сегодня разгулялся, походу, оба пака твоих. Юля, копай эту.
Славу в хэме делаем, нет? Никто не бьет босса, кроме танков. Да, лучше вообще не бейте нахуй. Ничем. Нужно подойти поближе. Разбафли. За звездочка. Чуть-чуть пьяная. И крест еще пьянее. А может кто тактику напомнить, как здесь? Не бей. Не бей, босс. Когда скажет бить, только тогда бить. Да, хант. Стоишь, короче, в центре перед боссом. Ждешь ракеты, ракеты падают, отбегаешь влево или вправо. Если на тебя крест, выбегаешь назад. Бить босса очень, не очень надо. Очень быстро выбегаешь. Хорошо. Появляются зеленые сопли, летать будут. Вот их надо не убить вообще. Угу. Ну, даже напуливать без АУИ? Не надо даже напуливать. Если никто не бьет, то никто не сорвет. Ну, конечно. Я в химере, АУИ, если что. Я в серве. Один постоит, побьет. Блять, эта звездочка очень кривая. Да какая разница? Ну я прям некомфортно себя в ней чувствую. Оп, ракета разбежались влево-право. А чё, косты сбивать будет кто-нибудь? Косты надо забивать. Там куча этих ДК. Там ДКшники. Разбежались. Назад не надо бежать. Там потом сейчас крест появится. Не-не-не. Сейчас появится. А продакт вот он. Побежал. Хукмастер, скоро умрешь. Метка сейчас, которая будет. Это будет метка назад. Через секунду. Назад. Нет, это ракета. Нет, ДБМ пиздит. А где? Друид инвалид. Ну, все стоим. Стоим. Вот, разбежались. Алло. Под танк, не убить. Хукмастер, 3К по поре. Блять, ну харе. Хукмастер, харе, блять, разъебываешь. Кикните его, короче. Да, кикни, нахуй это надо. Так не бей, чё непонятного в этом? Шем не работает, если ты не бьешь. Да, я вообще не бью, потому что шем. Если шем, блядь, то ты тем более просто стоишь. Правильно же, метку надо было назад вынести, правильно? Да, крест назад. Притон вынес. Притон... Вот разбежались. Сколько их порог у меня? 5 штук. 10 секунд, по-моему, да? Да. Они соберутся. 5 секунд пишет.
Все, на пол Лингрена и не бить. Пока, 5 секунд. Назад, вот метка. Взято быстрее. Дайте, дайте набрать агро на этом элеме. Разбегаемся также. Все, можно бить. Да, уже нужно. В босса играем. Взятый назад, взятый назад. Вы от него отойдите. А продакс вынести. Оп, небесная вспышка, все, погнали в бой. Да, это мне надо, нахуй. Опа, а что там, Равис троллит, нахуй, я не понял. Да, он ошалел немного просто. Надо бы ему ГП у нее ебать за нее. Бля, я бы тоже потестил так-то крит. О, досталось бате. Я понял, нахуй. Я шучу. В смысле, а что, вспышка кому-то нужна? Ну, конечно, у нас тут голые твины. Че, ты за рулем? Да. Так нечестно, давай паролим, Витя. Че, ты будешь кидать ролл? Оставь тебя там 235. У меня у друида роллы странные. Он либо копейку, либо 100 кидает. Меня, Слава, в первую, вторую кидай. Хант нужен туда. Ну а что там делать, если скажете? Ну у нас есть там один хант. Хотя нет, ты тоже нужен. У тебя ДПС и дохуя должно быть. А что в комнате делать? Я там не был. Ок. Отворачиваться от гладиков.
А здесь наверху что делать? Бить просто? В луже не залази. Прям звезде беги сюда. Угу. У тебя хилов в первой и второй пати вообще нету. Нет. Я походу не. А что я сделал? Зачем он на меня идет? Звезда упала, не? Отойдите от него, не бейте, пусть уйдет. Дайте команду, когда заходить. Большое щупальце милики не бьют. Уйди сразу оттуда. И петов уберите сразу оттуда. Рома, пета убери. Задохнитесь собственной ненависти. Трепещите, смертные. Конец близок. Задохнитесь. Боди АФК, я понял. Эй, АФК что? Сейчас сдохнет. Меня вылетел. Потеряшка может вместо него зайти. Скоро порталы, готовьтесь, слева, справа вставайте. Меня в этот удушающее схватило. И красный луч, полный пиздец, бегите. Я в удушающем был, сори. Бейте большой щупальц. Только РДД милики не надо, и петов не подводить. Я пока не могу прочитать это заклинание. Взят аккуратно, у тебя 34 уже. Ты неадекватен. Вечные страдания.
Че, за хамта зайди, Слава, или на друиде похуй. Куда телепортироваться? Вестибюль. Я, как обычно, кто? Получилось! Нам удалось опередить Алгалона. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа Азерота. Назад, смертные. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. А здесь что делать? Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Сумните, пожалуйста. Уже. Че он вот Фоксу пати кинь? Что это, блядь? Это единица какой-то? Ну да, этот. Это РБК. РБК, да. Юля, спикайся в танк. Пати кинул я его. Синхана сумоним тыкать. Да, мне кто-то нужен. Всегда. Сейчас зайдет. Сейчас это слезет. Да, он здесь. Синхан, со мной звезды побьешь. И кто еще? Вон я на продуксе. Да ты ебашь босса нахуй, 50 тысяч ДПС, да че звезды ведь будет. И пускай.
Юля, спекайся в танк. Ну, неаполитан, будешь со мной звезды бить, я буду ставить звездочку. Че там, друиды, лапку можно? Будет появляться. Спасибо. 4 звезды. Будем по очереди заливать их. Кто там босса будет танчить, Юля или Леха? В стену его уведет. По очереди. Ну, в смысле, в стену его уведете туда. В ту... Юля, в танка спекайся быстренько. Может, офигей. Не, она бегает. Ну, ну вряд ли, ну, сейчас она спекнет. Да не, вроде на месте стоит. Да вот, только что бегала. Может, она не в дисе? Юля, в танка. В дисе вроде. Спекается. Не могу пригласить члена другой группы. Дрозит. Прессуй. Да сейчас. Только-только закрыл, посекретил. Ну, я не знаю, кто у него спросить. Долго стоим. Давайте, ну, пиздец, долго стоим. Неаполитан, ты понял, что делать? Гуша. Плюс они, если понял. Уже все, допустили. Пока, Гуша. Повезло. Да, фартануло. Дальше 7 словов, нормально. Да, по кайфу. Ох, ёшкин кот, а. Геру, геру. Ну, первую сразу давайте быстренько зальем, как, блядь, их там сейчас две, не убейте, нахуй. Ждем сейчас кара. Вышли с кары. Сова стоишь прям. Бэм. Нет, вторую забивайте, потому что пробежали пункты. Че, Дарси с дырку провалился? Не бейте, не бейте, не бейте, стопните позади, сейчас кара будет. Все, заливайте звезду. Сейчас прохилят. Бейте, заливайте ее. Быстрее, 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 активнее. Можете босса побить, только скоро выйдет. Дружно, кара. За нахер мы нужны? Там будет в соло, блять, абсорбит. Вот это убейте, который подняли, конечно. Заходите в портал. Заходите и отбегайте от места, где зашли. Все зашли. Я понял, нахуй. Что это? После кара вот это убейте. Убивайте звезду. Помогу звезду. Да, падут свечи. Слава, на скольки переходка?
Берегитесь. Кара, потом звезду. Дайте прохилить сначала. Заливайте. Там сейчас, блядь, звезда будет. И Кара одновременно снова. Нажмешь что-нибудь там, кто-нибудь что-нибудь. Массакру дам. Да, прям одновременно. Кара 5 секунд. Берегитесь. Нихуя не понял, как я умер. Очень интересно было, нахуй. Главное, всем сказал, что сделать, сам сделал то же самое. А сам сдох. Нет, я зашел вообще, прикол, я зашел и отбежал. Ну, прям моб там ждал, стоял. Тюкнул тебя по голове пару раз. Так они не убивают эти мобы. Ну, они вообще не убивают. Два рампорта вставлю. Редбисовые ступни для ретрика. Какие? А, эти? Да не, херня. Зломано лучше. Слава, целка, идем же? Все в порядке? А чё, куда идем? Нахуй. Все, целка не будет? Скорее всего. Да... Сколько там осталось? 50 минут? Ну, 50 минут. Ну, как бы у него 4 осколка.